друзья, мы с вами разобрали наш кинофон 16 до основания. Вы можете это провести самостоятельно дома. Сделать это было достаточно просто и легко по сравнению с Motion 8. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, мы с радостью на них на все ответим. А в следующем видео я покажу вам, как из этой кучи запчастей собрать заново Motion 16. Оставайтесь с нами.